Здравия желаю, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Вива Бас. Это рубрика «Короткие вопросы и короткие ответы». Я сейчас задаю вопрос очередной Грибобасу. В общем, ты, Грибобас, стал этим, как его, подожди-ка, садовником или как, подожди, огородником. Огородником. Или как их лучше называют? Садовники, огородники? Сам огородник. Вот, ну у тебя есть участок земли, угу. Ну вот с какой бы ты себе, сколько метров на метров хотел бы участок земли? Ну, метр как? Ну, такой метр, так, примерно, 50 так, на 5, такой, так, 5 на 50. Саму 5 картошку. Метров на 50? Да. Чё так мало-то? Мало? Это мало, мало, Грибобас. А я не понимаю, не короче. А, ну не понимаешь, ну ладно, короче, понимаю, пусть у тебя один гар будет. Вот. Не создал, я говорить не могу, Джон, так... Терпеть? Вот приходит. Надо терпеть. Уже смотри, от солнца. Я прячусь от солнца, не успела зима уйти уже, Грибобас, от солнца. Ну и это, вот я хотел тебе вопрос-то спросить. Что бы ты посадил бы в своем огороде? Пусть давай, кстати, вот это, что вот там, сколько участок. Не будем на эту тему задумываться. А просто вот, что бы ты посадил, какие культуры, что бы, какой бы у тебя был бы огород? Ну я вообще посадил бы саму петрушку. Вот, сама редиска, вот, потом этот, земляника, угу. Вот, ну, потом что еще, морковка, потом помидоры, груши, ой, как их, сами эти, огурцы, угу. Вот, груши бы посадил я, деревья, угу. Вот, яблоки, вот, капуста. Ну и все вроде бы. Ну так. Ты только что еще говорил картошку, да? Картошка. Все? Вот. Да, все. А репу? Репу нет. А калигу? Вот калигу бы, а да. А что, ты репу не любишь, что ли? Ну не очень. Ну она то, что зубы у тебя по зубам, да. Да. Ну вот. На терке бы тер. На терке можете реть ее. Короче, репу бы не садил, калигу не садил. Я. Помнишь, бабушка калигу садила? Вот. Вот калигу я посадил бы, да. Вот. А редьку любишь ты, редьку? Редьку посадил бы я. А вот эти садовые, ты бы яблоки, что там еще? Вот яблоки, груши, вот. А из ягодных культур? Из ягодных культур? Из ягодных? Этот, как он называется, на? Смородина, такая ягодки. Малина, да? Малина, вот, смородина, крыжовник. Вот крыжовник мне нравится. Ну, крыжовник я бы посадил бы. Вот. Ну, вишню же ты еще любишь. Вишню. Вот. Сливу. Слива, кстати, тоже вкусная вот, штука. Сливу. Этот, как их, абрикосы. Абрикосы вот, не знаю, но вроде уже можно посадить в средней полосе. Вот. Ну, а в Сибирь, вроде... помнишь, мы ездили, там даже арбузы сажают. Маленькие такие арбузы. Ну, я знаю, арбузы знаю. Вырастают, маленькие. Ну. Я думал, кто-то там идет. Ну, понятно. Ну все, да? Да. Ну ладно, пошли, садовод-огородник, пошли. Всем спасибо за внимание, всего доброго, удачи. Счастливенько.